Здравия желаю, новобранцы, рядовые ветераны, маршалы. На связи штаб игрового спецназа. Мы продолжаем проходить ходячие мертвецы. Как там, я уже забыл, как там, инстинкт выживания или как-то так. Так, встречаемся с Дарилом. Мы должны вернуться в Терминус. Мне удалось вас вытащить, но там, возможно, остался кто-то еще. Вы идете? Дорога в Терминус. Вернись в Терминус и ищи выживших. Это и сюжет, то есть это игра по... сейчас по этому... Нет, не пятому. Четвертому, скорее всего. Нет, третьему сезону, во. Так, да, третий сезон. Вроде как, или четвертый. Так, миссии истоков. Так, это глава первая. Дорога в Терминус. Нам придется с боем продвигаться обратно. Приготовься. Дорога кишмя кишит ходящими. Нам придется расчищать это поэтапно. Ну, не знаю. Если, конечно, будут такие, блин, заковырки, то, возможно, я разделю. Ну, я по кусочкам сниму серию и потом объединю в единую серию. То есть, эти миссии, а потом объединю в единую серию. Хотя, скорее всего, наверное, будет по кусочкам. Потому что миссия первая, идите по следу. Унеси все, что сможешь, не время привередничать. Ну, тогда будут коротенькие миссии, чтобы вам, чтобы вы отдохнули от 40-минутных серий. Ну, и я тоже не мучился. Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь снова приближусь к этому месту? Уничтожать ходячих, это я понимаю, но убивать и есть живых людей? Сосредоточимся, эти ходячие опасны, уничтожим их. Так. 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 Ай, ай-яй-яй. Так, конец хода. Отлично. Победа. Ну, у нас будут тут похожие миссии. Твои высшие получают очки опыта за убийство ходячих. Использую для обучения своих выживших в лагере. Хорошо. Ну, короче, да, игра похожа на «Дорогу к выживанию», только по сериалу и там с каким-то другим сюжетом. В ходе миссии обнаружено три ящика. Ну, вот так вот поступим. Так, жетоны и еда. Похоже, ты знаешь, что делаешь. Айда обратно в лагерь. Нами только Дэрил командует. Кстати, ребят, я, конечно, понимаю, что вы, возможно, и не знали, но Дэрила в сюжете в комиксе не было. Так, у тебя достаточно очков опыта для обучения выживших. То есть Дэрила добавили так, ну, то есть, не знаю, в качестве противовеса, что ли. Точнее, там Норман Ридус сам хотел как-то втиснуться в сериал, но решили ему дать такого вот отдельного нового персонажа. Прежде чем ты начнешь обучение, тебе потребуется больше места в лагере. Так, улучшение совета позволит разблокировать больше земли и новые... Ага. Значит, улучшаем фургон. Так, нет, золото тратить мы не будем, даже за бесплатно. Отлично. Построй тренировочный полигон. Московский вентиляторный завод. Или как там? Так. Покомпактнее все разместим. Обучаем.
Сейчас, быстро, быстро это будет. 5 секунд. Отлично, потрудились. Ты на вид крепкий орешек, но я пока буду за тобой приглядывать, проверю, верно ли мое предположение. Возьми, это должно пригодиться. Золото. До тех пор, пока ты обучаешь своих людей, улучшаешь свой лагерь, все будет в порядке. Так. Так, ну давайте улучшим остальных. Типа, это как-то неправильно. Обучить только одного, а остальных бросить, нет, это как-то не очень. Неправильно. Окей. Так, обучаем, обучить. Потратим золотишко, чтобы... Я стараюсь, я, как и в ходячих мертвецах, дорога к выживанию, я старался равномерно. Как... Сейчас, минуточку. Так. Так, покомпактней. Сейчас, минуточку. Так. И я, если честно, ребят, недавно вот пересматривал случайно там по группировке и, ну, исходящих мертвецов. И, если честно, меня поверг в шок вот эта вот вся история с каннибалами из Терминуса. То есть это меня... То есть я когда осознал, что они каннибалы, то я просто вау, блин, это ёлки-палки. То есть я, когда в первый раз смотрел эти серии, я ничего не понимал. Какие-то, блин, мужики хотят убить просто персонажей, как на скотобойне. Но я, конечно, не догадывался, что это скотобойня. И поэтому, то есть, ну, как-то не придавал этому значения. А когда я узнал вчера даже, вот вчера еще про... О, нам тут награды, сумка инструментов, так. Ага, так, всякие ништячки. Короче, я когда узнал, я просто был в шоке. То есть я просто смотрел все это с разинутым ртом, честное слово. Что ж, ребят, думаю, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока. Продолжим в следующих сериях.